Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Аист, в студии Дарья Андреева. И прямо сейчас я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях этого дня. А пока коротко о главных темах выпуска. Четыре человека утонули за минувшие выходные, трое из погибших – дети. Подробнее об этом сегодня в выпуске. 8 июля вся Россия отмечает День семьи, любви и верности. В честь праздника в Иркутске поздравили юбиляров семейной жизни. Вышли из отпуска и готовятся к новым победам иркутские хоккеисты. Какие планы сейчас у спортсменов «Байкал-энергии» знает наш корреспондент. Четыре человека утонуло за минувшие выходные в Иркутской области, трое из погибших – дети. Почти во всех случаях глубина в водоемах была не более 3 метров, но сильное течение, мутная вода и каменистое дно сыграли злую шутку. Трагедии стали следствием купания в необорудованных местах. Спасатели продолжают искать тела погибших. Инциденты с участием несовершеннолетних прокуратура поставила на особый контроль. Мы напоминаем про осторожность и правила безопасности на воде. Желание освежиться может стоить слишком дорого. На сегодняшний день у нас в целом, начиная с начала года, у нас 22 происшествия зарегистрировано, из них 12 случаев с детьми, и за летний период, у нас с начала летнего оздоровительного периода, это 10 случаев связано с детьми, с их гибелью в том числе. Если по аналогии с прошлым годом, то здесь есть увеличение, конечно же. С начала 1 июня 2023 года 5 случаев было в прошлом году, состоит на сегодняшний день, это, соответственно, практически 2 раза увеличение у нас. Новые температурные рекорды ждут россиян. Иркутская область не исключение. По прогнозам синоптиков, в нашем регионе на этой неделе ожидается от 32 градусов до 37. У наших соседей в Бурятии столбик термометра достигнет отметки в плюс 37. А в Забайкалье ждут 39-41 градус. Жарче будет только в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. Там в ближайшие дни будет 40-42 градуса. Одновременно в некоторых регионах пройдут ливни. Погода этим летом не скучная, заявил РИА Новости и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем временем спрос на вентиляторы в конце июня вырос в России на 80%, а на кондиционеры на 55%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне аномальной жары. При этом цены на них увеличились на 14% и 20% соответственно. Об этом пишет РИА Новости. Вместе с тем выросли и продажи продуктов питания, спрос на которые традиционно увеличивается с приходом лета. С 24 июня по 2 июля продажи соков и прохладительных напитков выросли на 47%. Негазированной воды на 66%, а мороженого на 32%. Эксперты отмечают, что рост продаж прохладительных напитков, воды и мороженого обеспечивает увеличение объемов внутреннего туризма, самостоятельных путешествий и технологизацию продаж такой продукции. Как спасаются от жары иркутяне, давайте послушаем их рекомендации. Едем в Байкал отдыхать в неделю один раз хоть бы в Листвянку. А вот в целом, когда дома находитесь? Ванну принимаем. Я очень много гуляю и пью айс-латте. Мне кажется, холодные напитки могут спасти нас в этот зной. Ем мороженое и пью много воды. В основном на даче. А если дома? А если дома? Кондиционер. Водой. Водой. А еще чем? Еще водой. От жары я спасаюсь тем, что я ей просто отдаюсь. Нужно просто расслабиться и быть здесь. Принимать то, что есть. Да, 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 принимать то, что есть. Жаловаться на это невозможно. Иркутская область – опорная территория для совместных действий службы МЧС России и Китая. Такую инициативу в беседе с министром по реагированию на чрезвычайные ситуации из КНР выдвинул глава Приангария Игорь Кобзев. В ходе беседы обсудили дальнейшее сотрудничество стран в вопросе предупреждения и ликвидации ЧС. Без внимания они оставили тему наработок в системе обнаружения и борьбы с пожарами в лесах Сибири. Губернатор отмечает, что взаимодействие с иностранными коллегами – это прежде всего ценный опыт. Его можно и нужно будет применять в работе наших спасательных служб. Обязательно еще раз изучим опыт и для себя будем тоже рассматривать приоритетность приобретения не только машин, да, пожарных машин с подъемной техникой, ну, вернее, механизмами, с подъемными механизмами, но в целом, может быть, использовать будет дроновую ситуацию, вернее, дроновые изделия для ликвидации пожаров в закрытых помещениях, в том числе в квартирах.
Новый железнодорожный вокзал открыли в Усть-Куте. Именно со станции Лена в 1974 году началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Строительство вокзала в городе начали в 2023 году. Здание одноэтажное, общей площадью более 1000 квадратных метров. Внутри расположены зона досмотра пассажиров, кассовый зал, детская площадка, кафе, комфортные места для ожидания поездов. Для маломобильных пассажиров и посетителей при разработке проекта здания учли и обеспечили доступность всех зон здания. Красную ленточку нового вокзала перерезал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. От имени главы региона Игоря Кобзева он вручил железнодорожникам благодарственные письма губернатора Иркутской области. Мы видим, что вокзал очень современный, технологичный. Я уверен, что жителям и гостям города будет очень приятно сразу первые впечатления о городе составлять этим современным новым вокзалом. Но и самое важное, что компания РЖД сохранила и старый вокзал, с чего все начиналось. Нетрезвый и несовершеннолетний за рулем автомобиля полицейские задержали 16-летнего лихача в Куйтунском районе. Водитель отечественной легковушки грубо нарушал ПДД. Инспекторы решили остановить нарушителя, однако тот попытался скрыться. В ходе погони правоохранители прострелили колесо машины. Как оказалось, молодой человек употреблял спиртные напитки. В отношении подростка и его матери составили несколько административных материалов. В салоне авто также находились пассажиры от 15 до 19 лет. К ответственности привлекли 19-летнюю девушку. Она и передала управление машиной несовершеннолетнему. Транспортное средство почему передали? Просто разрешила прокатиться по деревне, не надо. Не знала, что он уедет куда. И сказал, я только прокачусь и все. Ну вот данные последствия. Видите, какие. Почему не выполнили законные требования сотрудника полиции, при этом создавали жизни, угрозы жизни и здоровью граждан, которые находились в транспортном средстве, а также на проезжей части? Испугался. Испугались? Да. Спиртные напитки употребляли? Да. Сколько, в каком количестве? Глотка 3-4. Чего? Свидетельство не показало. Чего? Пиво. Работу скоростного теплохода «Восход-59» из-за технических неполадок приостановят с 9 июля на неопределенный срок. Транспорт не будет курсировать по маршрутам Листвянка-поселок Байкал-Листвянка и также Иркутск-Листвянка-Иркутск. Об этом сообщает Восточно-Сибирское речное пароходство. В распоряжении организации остается один теплоход «Восход-75». Его задействуют для перевозки пассажиров по маршруту Иркутск-Большие Коты-Иркутск. Заход в Листвянку сохранили. Прямая линия с генеральным директором Байкальской энергетической компании Олегом Причко пройдет 9 июля в 20 часов на телеканале «Аист». Речь пойдет о подготовке к новому отопительному сезону, реализации инфраструктурных, социальных и образовательных проектов энергохолдинга «Н+» на территории Иркутской области. Олег Причко также ответит на вопросы телезрителей. Их можно отправлять на почту aistvopros@yandex.ru и оставлять в телеграм-канале «Ангара ГЭС Лайв». Не пропустите в 20:00 9 июля на нашем канале. И теперь главное к этому часу. Требования к организациям, которые занимаются комплексной реабилитацией и абилитацией инвалидов, утвердило правительство России. Правила вступят в силу 1 марта 2025 года. Организации разделят на профильные, где будут оказывать услуги по одному направлению, и многопрофильные, где люди смогут получать помощь по нескольким направлениям реабилитации. Установить стипендии в 20 тысяч рублей отличившимся студентам программ высшего образования любых специальностей и направлений. Сделать это с 1 сентября предложило правительство страны. Также стипендию в 30 тысяч рублей предложили назначить курсантам и слушателям специальностей или направлений, которые соответствуют приоритетам стратегии научно-технологического развития России. 50 лет с начала строительства БАМа отмечают сегодня ветераны. Поезд со строителями Байкало-Амурской магистрали в эти выходные прибыл в Северобайкальск. Гостей торжественно встретили на главной платформе железнодорожного вокзала. Перед ними выступили творческие коллективы. Также их поздравили с праздником глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, председатель Народного хурала Республики Бурятия Владимир Павлов и начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.
Продолжается прием заявок на участие в стипендиальной программе энергохолдинга «Н+ Русал». Победителей, а это 177 человек, будет отбирать экспертная комиссия. Имена счастливчиков мы узнаем в сентябре. Они получат от компании выплаты в размере от 10 до 25 тысяч рублей за месяц, если учатся в университете, и от 5 до 15 тысяч рублей, если это студенты средних специальных учебных заведений. Помимо материальных средств, победители получат и другие бонусы от российского энергохолдинга «Н+», в том числе возможность пройти стажировку с перспективой трудоустройства в холдинге. Привлекать молодых специалистов – это одна из основных задач, которую ставит перед компанией Олег Дерипаска. Заявить о себе можно до 17 июля. Плюс в получении стипендии – то, что благодаря нее я трудоустроилась. Меня пригласил директор Новой Иркутской ТЭЦ сначала на собеседование, потом уже на трудоустройство. Сейчас я уже 10 месяцев являюсь работником Новой Иркутской ТЭЦ и буквально 2 недели назад перешла на должность ведущего инженера ПДО. Стать участником программы могут студенты со 2 по 6 курс очного отделения высших и средних профессиональных учебных заведений. Заявки принимаются от учащихся по направлениям энергетика, металлургия, медицина и педагогика. А начиная с этого года претендовать на стипендию могут и студенты горного дела. Важно отметить, что наличие стипендии значительно увеличивает шансы на трудоустройство в Н+. Сегодня вся Россия отмечает День любви, семьи и верности. В честь праздника в Иркутске поздравили юбиляров семейной жизни. 26 супружеских пар из Иркутского района отметили золотые, изумрудные и даже бриллиантовые свадьбы. О секретах крепкой супружеской жизни узнала Дарья Пастушенко. 26 драгоценных пар из Иркутского района чествуют за долгую и крепкую семейную жизнь. Золотые, изумрудные и даже бриллиантовые супруги отмечают юбилейные даты своих союзов. И они сквозь года не перестают признаваться друг другу в любви. Не верите? Смотрите. Одна из крепких пар – семья Тебякиных. Алексей Васильевич и Любовь Павловна вместе уже 63 года. За это время у них родилось 2 детей, 3 внуков и 2 правнука. Рассказывает, судьба свела неожиданно, а любовь закрутила. Так и держатся вместе всю жизнь. Так в чем же их секрет? Надо всегда разговаривать. Подстраиваться надо. Подстраиваться друг к другу. Не хранить, честно сказать, обиды не хранить. Мириться надо. Знать, что лучше не найдешь. Сегодня вся Россия отмечает праздник – День любви, семьи и верности. Жители Сибири тоже показали своим примером преданность и силу любви, которая выдержала все испытания судьбы. Мэр Иркутского района Леонид Фролов лично поздравил юбиляров. Больше прибавляется с каждым годом. И самое главное, что им внимание. Мы уделяем им внимание. Я сам в деревне, я почувствовал гордость такой. Все и энергетики, и сельхозники, и учителя, и вся эта, все здесь собрались. С высоты прожитых лет старшие всегда дают советы молодым. Сегодня юбиляры тоже передали наказ. Помогайте друг другу в трудностях и разделяйте радости. Не говорите лишнего и храните верность. Берегите друг друга вопреки всему. Дарья Пастушенко, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Фестиваль русской оперы завершился в архитектурно-этнографическом музее Тальцы. В последние дни на суд зрителей представили оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин» по роману Александра Пушкина. Спектакль увидели несколько сотен человек. События посвятили юбилею классика мировой литературы. 225 лет отмечают в этом году. В создании постановки участвовали солисты из разных музыкальных и оперных театров России. В честь Дня семьи, любви и верности в Иркутске провели первый чемпионат по силе и скорости удара «Папа, мама, я. Ударная семья». В конкурсе участвовали более 60 человек из областного центра. Они состязались на силу и скорость удара по боксерским грушам. По итогам победила семья «Эрмиш». В Федерации бокса города Иркутска был проведен первый чемпионат по силе и скорости удара среди семей города Иркутска. Считаю, что мероприятие удалось. Все получили море позитива, а также проверили свою силу и скорость удара.
Победой над дублем питерского «Зенита» завершили первый круг первенства России игроки футбольного клуба «Иркутск». С самого начала команды начали наступать на ворота друг друга. Уже к четвертой минуте коллективы обменялись голевыми моментами. Первый гол забили иркутяне. Антон Убаниев отличился в падении через себя. Спустя время гости отыгрались, после чего забивали только игроки иркутского клуба. 3-1, победа Иркутска. Подопечные Константина Дзуцева завершили первый круг на 10-м месте, набрав 20 очков. Сейчас в первенстве наступает трехнедельный перерыв. Следующий матч Иркутск проведет 28 июля. Сибиряки примут соперников из Твери. Женская команда Сибирского федерального округа по волейболу заняла 3-е место на 8-х международных спортивных играх «Дети Азии». В день закрытия соревнований волейболистки СФО обыграли команду Узбекистана со счетом 3-0. В состав команды вошла спортсменка из Иркутской области Елена Неверова. Она играла под номером 8. Вышли из отпуска и готовятся к новым победам. Хоккеисты «Байкал-Энергии» тренируются в Иркутске. Совсем скоро «Белосиние» отправятся в Сочи. Там у подопечных Олега Батова пройдут предсезонные сборы, после чего в Кемерово стартует товарищеский турнир. На лед хоккеисты пока не вышли. Чем это компенсируют, расскажем в следующем материале. Футбольная разминка, беговые упражнения и восстановительные процедуры. Так хоккеисты «Байкал-Энергии» работают после выхода из отпуска. В межсезонье команда обновилась, и среди новобранцев есть те, кто уже выступал за иркутский клуб. Так, Эмиль Бихузин уже провел несколько месяцев в бело-синей футболке, однако тот период в карьере 29-летнего нападающего оказался не самым лучшим. Сейчас форвард надеется это исправить. Партнеры приняли тепло. Атмосфера прекрасная, настроение шикарное. Я в прекрасной форме. Хорошо. Личные цели на наступающий сезон? Помочь команде забраться как можно выше турнира таблицы, забить много голов. Капитанскую повязку сохранил Андрей Прокопьев. Один из лидеров «Байкал-Энергии» в этом сезоне впервые за много лет будет играть без брата Михаила. Он вернулся в родной Енисей. Конечно, сложно. Брат – это есть брат, это поддержка. Но брат братом, но все равно мы игроки, как-никак. Так что найдется замена, да, будем теперь по разные стороны баррикад. Нормально все. От этого интереснее, наверное? Ну, как отчасти, да. В команде и правда царит хорошая атмосфера. Игроки и тренерский штаб местами подшучивают друг над другом. Вот здесь и выглядит хорошо. Доктор только вес набрал, почему-то не знаю, почему, конечно. Вот. А так все вроде все в норме, все посмотрели. Сейчас вот они прошли проверку, результаты сейчас будут. И, скажем, мы посмотрим, кто как готов физически. И уже от этого пока результатов еще нет. Работать в Иркутске «Байкал-Энергия» будет до 15 июля, после чего сибиряки отправятся в Сочи. Там при поддержке спонсора команды, основанного Олегом Дерипаской, энергохолдинга «Н+», пройдут предсезонные сборы, после чего «Белосиние» поучаствуют в товарищеском турнире вместе с Кузбассом, «Сканефтяником» и «Водником». А уже в августе «Байкал-Энергию» ждет первый официальный турнир – этап Кубка России. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. А я напоминаю, что вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте astv.ru и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. А к этому часу у нас были все новости. Оставайтесь на Аисте.